Конечно же, падение объемов денежных переводов и возвращение домой трудовых мигрантов, которые не найдут здесь себе применения, это серьезная база для социального взрыва. Надо искать способы создания рабочих мест, вплоть до оплачиваемых общественных работ. Людям нужно кормить свои семьи. Им важно почувствовать, что трудности эти временные, что государство не бросило их и обязательно найдет выход. Что делать? Надо строить школы и садики, больницы, мелкие ГЭСы, комбарату потихоньку строить. Во-первых, это то, что нам действительно необходимо. Во-вторых, нужно дать людям возможность поучаствовать в этом процессе. И параллельно перестраивать структуру нашей экономики. Должны быть привлечены лучшие умы нашей страны для решения вопросов занятости, перестройки структуры экономики, а не полагаться, как это обычно у нас случается, на чиновные силы, которыми оказалось подменено экспертное сообщество. А пока мы живем в ситуации, когда в обществе есть большие вопросы по распределению поступившей иностранной помощи, проблемы с определением семей, действительно нуждающихся в помощи и продуктах, с организацией их доставки, мягко говоря, странной системой работы комендатуры и мутной процедурой выдачи пропусков на перемещение.